Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз всем говорим доброе утро. Мы, это Александр Шунин и Олег Пека. Мы продолжаем программу «Утро на Болткоме», как и обещали, прямое включение из Испании, с саммита НАТО. И с нами на прямой связи официальный представитель Госдепартамента США Андреа Каллан. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ола! Огромное спасибо, что нашли время и возможность выйти с нами на связь в прямой эфир. Давайте обсудим такие промежуточные итоги саммита, который проходит в испанской столице. Уже принято решение о приглашении Швеции и Финляндии в Альянс, согласовано подписание протоколов по вступлению в этот блок. Что будет дальше в связи с этим? Как будут развиваться события? Членства Швеции, да, и Финляндии. Да, да, да. Сейчас у них определенный путь, они должны выполнить требования. Ну, как говорили в НАТО, надеяться на то, что они будут члены уже скоро, что процесс не будет длиться очень долго. Вот самое главное, что вот здесь в НАТО, накануне встречи здесь в Мадриде, уже договорились со всеми членами НАТО, что членство Швеции и Финляндии может идти дальше. Так что они сейчас на пути членства официально. Турция, конкретно глава Турции Эрдоган был против. Как удалось переубедить, какие аргументы нашлись? Ну вот как раз это из-за этого очень важно иметь встречи, когда люди могут сидеть за столом и говорить друг с другом и выяснить, где есть согласия, разногласия, и прийти к договору, как идти дальше. Так что, видимо, вот это то, что случилось, могли бы сидеть, обсуждать, где у Турции есть несогласие с членством Швеции и Финляндии, и вот все это решили. Так что, слава богу, сейчас они на пути членства, и это делает НАТО более сильное. И это показывает единство в НАТО, в Европе, в Североатлантическом альянсе. И это крайне важно, особенно сейчас, когда мы видим действия России, когда мы видим агрессию России против Украины, и это создает угрозы для НАТО, для Европы и для всего мира. Ну да, в случае, после вступления граница, сухопутная граница НАТО с Россией составит почти 1500 километров, и в случае конфликта, не дай бог, упростит задачу по обороне Балтии. Кремль уже грозил ракетными учениями и военным вторжением. Это мы слышали заявления подобные со стороны депутатов Госдумы России. И, в принципе, вступление этих двух стран, оно, по большому счету, обесценивает российский Балтийский флот, потому что, в принципе, можно просто запереть Финский залив. И в этой связи два вопроса. Первый – это реакция Путина на вчерашнее соглашение. Причем цитата: «Хочется им, имеется в виду, вступить в НАТО, пожалуйста», заявил Владимир Путин, но добавил, что последует некий российский ответ. Что это может быть за ответ со стороны России? Я, честно говоря, я не могу догадаться, какой ответ может быть от России. Мы слышим очень много таких заявлений от России, но Швеция и Финляндия, как суверенные страны, могут решить, с кем они дружат, с какими альянсами они хотят иметь членство. Так что, если мы смотрим на ситуацию до вторжения в Украину, Финляндия и Швеция у них не было интереса присоединиться к НАТО до этого. Mm-hmm. Так что это было именно действие Путина, решение Путина вторгаться в Украину,
который показывает миру, что нам нужно усилить наши альянсы, чтобы обороняться, чтобы гарантировать безопасность в Европе и дальше. Госпожа Калан, вот сейчас нас слушают жители Латвии, и очень многие люди в Латвии были действительно обеспокоены, вдруг ощутили тревогу в своей собственной безопасности. Вот насколько действительно они могут чувствовать себя, ну, вот, в безопасности, какие, ну, вот, гарантии НАТО предоставляет вот безопасности Латвии? Ну, Латвия как член НАТО входит в состав стран, которые... ну, НАТО гарантирует безопасность всех членов НАТО. Да? Существует статья 5. И по этой статье, если нападение на одного, это нападение на всех. Так что НАТО, во-первых, делает все, чтобы был мир, чтобы это оборонительный альянс и не является угрозой ни для России, ни для никого. И все члены НАТО могут быть спокойны за то, что НАТО стоит с ними, что все страны стоят вместе, чтобы помочь, если вдруг будет нападение или другие угрозы. Во вчерашней принятой декларации было акцентировано внимание на то, что Россия просто была названа самой значительной и прямой угрозой безопасности блока НАТО. Будет рассматриваться и, скорее всего, принята стратегическая концепция на период до 2030 года. Какие основные пункты у этой концепции? Ну, страны НАТО разработают эти концепции. Я могу говорить со стороны США. Uh-huh. И хочу подчеркнуть то, что США делает именно, чтобы гарантировать безопасность в Европе, и в том числе в странах Балтии. Вот, например, президент Байден объявил пару дней назад, что мы, или даже вчера, что мы усиливаем присутствие в Балтии, в странах Балтии, и тоже добавляем штаб в Польше, и работаем вместе с нашими партнерами по НАТО, чтобы усиливать возможности в воздухе. Например, будет еще два компании группы F-35 в Англии и еще два эсминца в Испании. Так что усиливаем возможности обороняться и в воздухе, и на море, и на земле. И как касается Латвии, вот как раз мы усиливаем присутствие на странах Балтии. То есть звучит в основном, что это оборонительная стратегия. Но раньше Россия рассматривалась как партнер блока. Сейчас прозвучало, что главная угроза. Главная угроза – это такой эвфемизм слову «враг»? Это угроза. НАТО использовала слово «угроза», угу, потому что вот это именно то, что мы видим. Мы видим, что то, что Россия делает в Украине, ну, мы не знаем, где это останавливается. Так что для НАТО, для блок НАТО, для США, для всех стран, которые входят в НАТО, это Россия действительно является угрозой. Ну, к сожалению, настроения такие, конечно же. Что касается Украины, президент Зеленский наверняка ждет каких-то шагов со стороны альянса по включению или по максимальному сближению. Что может произойти в этом направлении во время саммита, во второй день его работы? Какие решения приняты? Как мы видели, президент Зеленский говорил вчера с лидерами НАТО, а здесь, в Мадриде, как раз есть представители правительства Украины, которые у них были встречи тоже здесь. Так что самое главное здесь, что
лидеры стран НАТО слышали от Зеленского, слышали от Украины, что им нужно, чтобы эффективно бороться с российской агрессией. Вот это первый шаг. То, что нужно делать сейчас, это положить конец войне. И мы, США, вместе с нашими партнерами делаем все возможное, чтобы дать Украине то, что ей нужно, чтобы эффективно бороться на поле боя, чтобы потом, когда будет время сидеть за столом дипломатии, что Украина могла бы занять самую сильную позицию. Пока, к сожалению, время не дошло, чтобы могли бы иметь эти дипломатические разговоры, но когда наступит на это время, у Украины будет самая сильная позиция. А скажите, пожалуйста, госпожа Каллан, если вдруг Россия предложит завершить войну на условиях, которые не совсем устроят Украину, потому что мы слышим, что Украина, ну, хочет вернуть аннексированные территории, ну, и так далее, и так далее. Вот какую позицию займут страны НАТО, если будет возможность завершить конфликт, но Украина не совсем будет довольна этим? Есть ли какое-то, ну, я просто спрашиваю, есть ли какое-то мнение общее по этому? Ну, это все будет решение Украины. Мы будем поддерживать Украину в ее решении, как, в каких условиях положить конец войне. Это не для США решить, это не для других стран решить, это именно для Украины решить. Ну, конечно, мы все боимся прямой конфронтации между НАТО и Россией, не дай бог, конечно, и мечтаем, чтобы эта война как можно скорее завершилась. Опять же, вчера было принято решение, достигнута договоренность предоставить Украине комплект, такой пакетный поддержки, это не летальное оборудование, это укрепление киберзащиты и так далее и тому подобное. Ну и, как уже прозвучало неоднократно, и в том числе наша гостья сказала, увеличение присутствия НАТО в Балтийском регионе, что, конечно же, тоже, к сожалению, необходимо. Огромное спасибо, Андрея, что были с нами. Хорошего дня и удачи в работе. Очень хочется надеяться, что не последний раз общаемся. Очень приятно с вами беседовать. Андрея Каллан, представитель Госдепартамента США, была с нами на прямой связи из Мадрида прямо с саммита НАТО. Спасибо большое. Спасибо и еще раз всего доброго, хорошего дня. До свидания. Слушайте радио «Болтком».